Тань, мне туфли твои большие. Ну ты двигайся медленнее. Зато красивая. У меня было замечательное детство. Папа от нас, правда, ушел и воспитывал меня крестным. Моими лучшими друзьями были ребята из его боксерской секции. Че, тебя кто-то обидел, а? Кто? Он? Они ничего не понимали в музыке. На. Будешь кассет слушать. Как где их найдут из джаза? Так ты не с джазом, а что-нибудь другое. Вообще-то я мечтала стать певицей. Выйти замуж за Сережу. И уехать из этого города. Да, детство у меня было замечательное. Жаль, что придется его закончить. Смешно.